Гуляющие в выходной день анапчане и гости города-курорта могли принять участие в веселых играх и состязаниях. Все желающие писали пожелания любимому городу и наносили аквагрим. От желающих наполнить день позитивом и яркими эмоциями не было отбоя. Подобные молодежные акции на курорте становятся традиционными, раскрашивая дни в преддверии сезона яркими красками.